будущее страны. В год столетнего юбилея СССР вступить в ряды КПРФ, партии, способной объединить вокруг себя всех мыслящих людей и все патриотические силы для возрождения великой державы. Вместе мы победим! Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Вся власть народу! С праздником! Проект резолюции с добавлением того, что сказал Бронников Геннадий Георгиевич. Это очень важно, что в послании в эту резолюцию еще прозвучало о лишении гражданства, кто покинул нашу страну и можно сказать при этом. По-другому не скажем. Кто за данную резолюцию, прошу поговорить. Мы за. Хотите поздравить вас от имени областного комитета партии с праздником, райкома партии с праздником Великого Октября. Хочется верить, что наша борьба за достойную жизнь, за счастье, благополучие не пропадет даром. И хочется верить, что мы будем жить в России возрожденной, социалистической. С праздником, дорогие товарищи!